Вы смотрите утренний информационный выпуск. С вами Лунара Бегбусинова и Арстан Балтин. Ну а сейчас на юг Филиппинов. Там продолжаются поисково-спасательные работы. Напомню, во вторник в городе Мако сошел оползень. Число жертв к данному часу достигло 11. Еще 110 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Рейтер со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям города. По официальным данным, грунтовые массы также засыпали два автобуса. В транспорте находились 86 горняков. Больше тысячи семей, живущих в близ расположенных домах, эвакуировали в безопасные места.